Добрый день! В этом году наша страна отмечает 350 лет со дня рождения Петра Первого. И мы провели акцию-опрос среди наших сельских жителей. Почему же Петра Первого называют великим? Я считаю, что он сделал великое дело. Он построил флот. Может, он великий. Он сделал для страны многое. Что еще могу сказать? Прорубил окно в Европу. Отвоевание земель. Еще проще. Преобразование в стране. Дела хорошие. Корабле строение, да, его в Воронеже. В Европу окно открыл, вот сказали. Петра Первого называют великим. Потому что он делал лодки, это у него было хобби. И корабли, да, строил. Великим он был, потому что создал российский флот и Российскую империю. Но я бы назвала его еще уникальным, потому что это был единственный человек, который был одновременно и царем, и императором. Почему великий? Потому что он один из тех царей, который больше всего сделал для России. Который север освоил, который флот сделал. Вот, порядок навел, заставил наших ученых учиться, выгнал всех вот этих иностранцев. И вообще укрепил Россию. Очень много сделал для России. Петр Первый. Поэтому он великий. Люди его назвали великим. Не сам он стал великим, кто-то там его назвал иногородних, там иностранных этих, а именно люди простые назвали великим, потому что очень много сделал для простых людей, для народа нашего, российского, и для укрепления нашей России. Поэтому он и великий. Все его помнят и будут помнить вечно. Вот такие разнообразные ответы мы получили. Дорогие зрители, а как считаете вы? Почему Петра Первого называют великим? Ответьте в комментариях ниже.